А вы не имеете намерения, сударь, представить его ко двору и выхлопотать там ему место врача? Нет, нет. Должность врача при сильных мира всего никогда не привлекала меня. Мне всегда казалось, что нам грешным лучше придерживаться простых смертных. С ними легче. Вы ни перед кем не отвечаете за свои действия. А сильными мира это, знаете, очень, очень хлопотно. Когда они заболевают, они всегда хотят, чтобы врач непременно их вылечила. Все этого хотят. Ну, вы же не для этого при них состоите. Ваше дело выписывать лекарства. А уж выздоравливают пусть сами, как умеют. Это верно. А мы должны только, так сказать, соблюдать правила. Но ведь все в болезни прибегают к помощи врачей. Это доказательство человеческой слабости, а вовсе не серьезности медицинской науки.